Москва, 25 авг, Эрспорт 15 человек, в том числе баскетболист ЦСКА Виктор Хряпа, двукратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Илона Карстин, а также почетный президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов вошли в обновленный состав исполкома РФБ. Во вторник состоялась внеочередная выборная конференция РФБ, на которой Андрей Кириленко был избран новым президентом организации. Также был утвержден состав исполкома, в который вошли Андрей Кириленко, Сергей Чернов, Юрий Дерганов, Илона Карстин, Виктор Семенов, Светлана Абросимова, Антон Безфамильный, Виктор Хряпа, Наталья Галкина, Евгений Иванов, Александр Новожилов, Светлана Кузнецова, Сергей Панов, Максим Рябков, Владимир Хлопиков. В августе 2013 года на внеочередной конференции РФБ главой организации была избрана Юлия Аникеева, однако выдвинувшая ее соперницу Светлану Абросимову Федерация баскетбола Пермского края через суд добилась признания выборов недействительными. РФБ подала апелляцию на решение о проведении новых выборов президента организации и исполкома, которая была отклонена. А 18 июня суд обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию в прежнем составе, от 20 февраля 2010 года, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома.